Это мы подъезжаем к музею Беретты. Главное. Да. Очень интересно. Это дороже, это будет очень дорого. Это Браунинг. Это наконец-то она попала ко мне в руки. М12. Да. Самая первая, да? Да. Слушай, карабинер. Делали люди, которые темные, не технологичные, которые зубилом и камнем что-то вот изображали. А в итоге сейчас я вообще-то не вижу, чтобы могли такие произведения искусства творить.